Здравствуйте, вы управляющий? Да, здравствуйте. Сэр, нам сообщили, что одного из ваших посетителей удерживают против воли. Он не посетитель, а мошенник. Прошу прощения. Он назначает женщинам свидания, заказывает на большие суммы, а потом убегает через черный ход. Он делает это в ресторанах по всему району. Он пытается также обмануть вон ту бедную женщину. Ну а один из наших работников поймал его и запер в холодильнике. Дайте нам минутку. Похоже, день у вас не задался. Тиндер — это как полка с браком и просрочкой. Серьезно? И тебя это не смущает? Сьюзан, не придется оплачивать счет, потому что хозяева могут списать все на кражу. Платить за преступление будет только урод, его совершивший. Это и есть дух закона. А теперь попробуй. Нет, я не хочу. Прекрати строить из себя святого и попробуй. Нет, я считаю это... Всего один кусочек. Я же говорила.